Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crazy King. Что у нас здесь? Так, летняя распродажа мне не нужна. Так, совет. Фей дал вам ключ от нашего магического сундука смесителя. Внутри хранятся самые ценные сокровища, однако сундук не горит желанием их отдавать. Ну, это кого-то... Здесь вы можете выбрать себе карту, не глядя. Ну, давай вот эту вот. Вот эту. Поздравляем, сундук наполняется ежедневно в полдень. Повторите попытку завтра. То есть, короче, я получил центуриона, ребят. С каждым открыванием сундука растет шанс найти ценное сокровище. Заглядываю в сундук каждый день. Я понял. Так, еще раз можно за 39 гемчиков, но я не буду, ребята. Так, доступно улучшение карты. А, центуриона, да? Мы с тобой можем улучшить. Ну, давай. О, тут минуту придется подождать, ладно. Хотите получать? Нет, не хочу ничего получать. Не надо разрешать. Так, задание. В гильдии героев для вас есть задание. Займитесь ими, пока спасаете мир. За прохождение задания даются фрагменты карт. Соберите достаточно фрагментов и найдите сундук с сокровищами. Каждый сундук содержит самоцветы и карты. Если повезет, карта может быть редкой. Если задание покажется слишком сложным, можете его пропустить и получить вместо него другое. Убить крыс 20 штук, убить минотавров-пехотинцев, капкан привести в действие 20 раз. Ну, ребят, мы это можем сделать во время сюжетной линии, согласись. Нам ничего не помешает. Так, ну что там, центурион-то, 12 секунд, сейчас подождем, ребята, сделается, мы его возьмем с собой. Хотя он, может быть, автоматом уже как бы к нам перейдет. Ну, подождем, 2 секундочки, это ничего страшного. Все, карта улучшена. Это что тут такое? Ну, а, новое, что это такое? А, вот они, задания, ребят, помните? Вчера они были закрыты у нас, сегодня уже открылись. Ну, мы идем с тобой сюда. Вонь короля минотавров все сильнее. Должно быть, мы близко, но на другой стороне льда собирается армия, а воздух потрескивает от таинственной энергии. Что тут опять происходит? Что за вонь короля минотавра? Посмотрите видео для активации этой ячейки карты. А давай не будем. Или это в обязательном порядке? Твою налево. Блин, ну придется смотреть. Ну, посмотрели, да, короче? Берем с тобой центуриончика. Берем с тобой... А, кстати, вот же у нас вулканическая башня. Изрыгает на случайных врагов раскаленные камни. Это немаловажно, ребят. Ну что, в бой? Они пойдут отсюда и туда. Центуриончик пускай здесь у нас стоит. Ну что, поехали. Так, бомбардир. Маг. И все? А что это у меня так быстро денежки-то закончились? Я не понял. Чую в воздухе магию минотавров. Лучше быть готовым к неожиданностям. Так, нам нужно активировать 20 капканов, я помню, сказали, да? Сейчас мы с тобой это все дело активируем. Ага, они еще вон, ребята, сверху пойдут, оказывается. Готовимся, короче. Не понял, а, это просто лось. Ее просто напугали меня. Ну что, следующая волна. Подожди, а почему так мало финансов мне дали, а? Вызываем. Давай, наверное, мы поставим с тобой лучников. Куда их влепить-то? На всякий случай здесь поставим. Центурион, встань-ка сюда. Крошим, крошим этих ребятулек. Не жалеем. То есть, мне кажется, здесь уже выйдет действительно король минотавров. Так, бомбардира прокачаем, наверное, да? Испроченный ром. Что, не хватает, что ли? Нет, все нормально. Подтвердить, подтверждаем. И здесь тоже подтверждаем, все. Один из подписчиков сказал: Рэй, прокачивай и вот эти вот башни. Говорит, они тебе в дальнейшем очень круто пригодятся. Надеюсь. А вот что она тут стоит? Эй, хватит в меня тыкать. А что ты тут стоишь просто так? Хватит в ее тыкать.
Ага. Так, теперь они с двух сторон пошли. Ну, я буду надеяться, что они не пройдут здесь. Капкан. Так, лучник, лучник, лучник. Давай сюда. Ага, пока все хорошо, ребят. Пока все под контролем. Вызываем следующую волну. Слушай, 150 монет. Кто это такой? Живо остановите ментавра колдуна, пока он не отключил ваши башни. А что, он может отключить башни, что ли? Первый раз такой слышу. Так, значит, это ментавр колдун. Колдуны могут оглушать ваши башни с заклинаниями. Способности к магии редки у минотавров, но если уж они есть, минотавр легко повышает свой рейтинг. Колдуны обычно заносчиво и свирепо защищают свой статус. Вот так вот, ребята. Так, ну центуриончик-то у меня стоит, там будь здоров. Отлично, он только что поколдовал в последний раз. Я полностью с тобой согласен. Он в последний раз поколдовал. Так, ставим сюда вот эту вот башню, которая изрыгает валуны огненные. Так, ну ты заметишь, что с колдуном мы этим очень долго возюкались. Очень долго, то есть, несмотря на то, что он колдун, маг, он должен был... Блин, еще идет один. Опачки. Тут, ребят, по-моему, какие-то проблемы у нас сейчас будут. Так. Ёк-макарёк, уйди оттуда. Во-во-во, смотри, как башня поливает огнем. Слушай, а мне нравится, как она делает. Очень даже крутенько. Так, они здесь не пройдут. У них шансов нету. Вызываем следующих на бой. Так, последняя волна. Ох! Вы серьезно? Быстрее, быстрее, быстрее. Да ну. Вот это да, ребята. Они просто взяли и из лесу появились. Зашибись. Как тебе такой подход? Мне даже башню некуда поставить. Блин. Что делаем, друзья? Капкан расставляем. Вот что делаем. А, этот говнюк идет мелкий. Блин, он же... Он же отключает башни. Давай, 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 давай. Тут электрического нужно прокачивать. Че, героя моего завалили, что ли? А? Охламоны. Так, извержение вулкана, да, прокачиваем извержение вулкана. Так, здесь яд. Ну ты посмотри, центурион очень хорош, ребята, по сравнению с моим главным персонажем. Он, по крайней мере, хотя бы стоит, держит оборону. Так, они бегут. Мой герой воскрес. Так, мы можем прокачать говядина. Урон минотавром на 150%. Че, все что ли прошли? На 3 звездочки. Шикарно, друзья мои. Я думал, что минотавр тут появится, а его не было. Так, а мы с тобой двигаемся дальше. Ого, и там, и там, и там. Везде новинки. Что в картах у нас? Так, изрыгает на случайных врагов раскаленные камни. Но это у нас башня была, есть. Так, ну что, тут у нас арена. Вот это что такое? Из крепости минотавров разносится ужасный рев. Вот ворота раскрылись, и в них полилась огромная армия, а за ней возвышающаяся фигура. То есть тут, наверное, скорее всего, минотавр. А это что? Похоже, шахтеры спешно бежали из этих туннелей. Из-за паники золото осталось разбросано вокруг. А вот сыр пропал. Что же здесь могло случиться? Давай проверим, что же там у нас случилось. Если золото исчезло, остальное все осталось. Да не хочу я активировать вашу ячейку. А, это нужно для центуриона. Вот они как поступать стали хитро. Ладно, давай. А знаешь, почему это происходит? Потому что раньше у нас вот с тобой не было вот этой башни, которая бросается камнями и
изрыгает вулкан. Поэтому нас и просят посмотреть рекламку, типа для того, чтобы освободить место. А вот что значит 125 звездочек? Где вообще у нас фиксируются звезды, чтобы я смог открыть ячейку? Непонятно тоже. Ну что, давай посмотрим. Так, откуда они пойдут? Ага, сверху вниз. Ну, естественно, центуриончик сразу же будет у нас здесь стоять. Вот эту башню я хочу сюда влепить. И лучничков. Лучничков сюда, наверное. Давай смотреть. Крысы. Блин, а я башню поставил против минотавров. Молодец, Рей. Ну, как всегда, ты... Сам себя удивляю порой. Но я на самом деле думал, что здесь будут минотавры. Что-то это бомбит, бомбит, да не попадает. А нет, все-таки они здесь есть, друзья мои. Ну что же, это хорошо, что они здесь есть. Значит, не зря мы с тобой все это поставили. Так, мне нужен бомбардир тут. Ага, вторая шахта открылась. Так, центуриончик, ты иди сюда. Бомби их. Стоит там, улыбится. Рвем, рвем их на куски. Так, нам нужно с тобой позвать как можно быстрее бомбардира. Да, бомбардир здесь очень хорошо. Они тем более идут кучненько, так скажем, да? Следующую волну сразу вызываем. Вот и бомбардирчик созрел. Давай капканчик сюда поставим на всякий случай. Ловец крыс, задание выполнено, окей. Нам нужно было убить 20 крыс, да, по-моему, по заданию, насколько я помню. Так, сюда поставим лучников. Так, больше мы не будем пока ставить, нам нужны электрические башни. Потому что, мне кажется, здесь пойдут минотавры именно с этим, с защитой, с доспехами. А вот она и башенка. Вот сюда мы ее поставим. Как-то далеко от основного пути их, у него прохождение, да, если посмотреть. Ну да ладно, надеюсь, все будет отлично. Следующий вызываем. О, лучник. Уйди. Пускай этим занимается Центурион. А ты тут будешь вот мышек подбивать. Давай-ка, наверное, цепь молний. До двух врагов атакует сразу же. Так, отлично. Ну это, вот этот вот мне нравится. Вулканчик, который бомбит. Очень даже шикарно. Давай-ка мы теперь здесь еще черный порох прокачаем. И потом уже испорченный ром. Ну Центурион хорош. Бомбит, конечно, вообще на ура. Красавчик. Так, сколько еще? Это была последняя волна? Нет, вот, начинается последняя волна, друзья. Давай-ка мы с тобой капканчик сюда влепим, чтобы нам было попроще с ними разобраться. Так, бро. Да-да-да, вот так отвлекай, и все отлично. Это последний. По красоте. На три звездочки, друзья мои, как с куста. Ух ты, это что такое у нас? Вот это что такое? Круглый магический щит первого уровня. Заколдованный щит, отражающий магические атаки. Слушай, вот это круто, ребята. Это круто, потому что против магов, я думаю, что это будет вообще замечательно. То есть мы сможем отражать с тобой магические атаки. Так, что-то новенькое у нас открылось. Давай посмотрим задание, которое мы выполнили. Подожди, а как мне забрать этот осколок? Никак? Ладно, фиг с ним. Хотя оно отмечено. Нажмите для получения награды. Куда нажать-то? Я нажимаю, и ничего не происходит. Странно. Щит. Вот этот щит мы, наверное, так, сколько у нас? А, смотри-ка, тут-то 20 хп, 4% защиты, а тут... Нет, я, наверное, оставлю наш тот щит. Что тут такое? Фантастика, вы открыли прииск с самоцветами. На приисках постоянно добывают самоцветы. Однако их вместимость ограничена. Самоцветы нужно регулярно собирать. Регулярно собирать самоцветы на приисках. 15. Все, забрал. То есть пошла как бы добыча, да, их? А вот это что такое? Добро пожаловать на арену. Для боев на арене нужны билеты. Периодически вы будете получать билеты.
За победу на арене даются карты. Вступите в бой на арене сейчас. Осмотреть награды. Оух. Окей. Пойдем. Сыграем на арене. А что мы теряем, ребят? Да ничего. Посмотрите видео. Блин, да вы достали. Давай я лучше уберу капканы и... Или все равно, блин. Вот. Вот так сделаем с тобой, да? Поехали. Значит так, они будут идти... Ух ты. Они будут идти со всех сторон. И сюда именно, да? Значит, тут, скорее всего, будут минотавры. Сделаю вот так. Сделаю вот так. Плюс мага. Здесь лучник. Тут, наверное, опять мага. Как-то вот так вот. Лучник еще одного поставим сюда. Давай проверим. Угу, там и крысы, кстати. Что-то как-то... Башни часто могут улучшаться, надо так, понятно. Улучшать их сразу же, да, надо? А сколько волн? 4 всего лишь. Ну, 4 это ерунда, ребят. Вызываем сразу следующую. То есть у нас в данный момент только 3 билетика. 3 боя мы с собой можем поиграть. Посмотрим, что нам достанется. Кстати, крыса, когда, если ты ее поджег, она бежит и горит. Строить еще башню за ману. Да подожди, ты, мне не успех. Может быть, я хочу прокачать башню, а не строить новую. Как они меня тут просят. Ну-ка. Да, видишь, они замечательно горят. Прям, я бы сказал, идеально горят. Вызвать следующий бой, давай. Да тут крысы одни, ё-моё. Просто какое-то крысячество бегающее. Так, давай-ка мы здесь вот так сделаем. Ага, вот и минотавры пошли. На предпоследней волне они все-таки созрели, да, выйти. Они тут все поотравлены, им шансов нету здесь вообще, ребят, дойти. Шикарненько. Ну что, давай следующий поединок. Последняя волна, друзья. Смотри. Смотри, какой идет, ребята. А, он пошел вот так в обход, понял. Это типа мини-бусика, да? Главный по минотаврам. Этот просто не успевает по нему бомбить. Он слишком быстро бежит. Стройте, говорит, еще одну башню. Ну куда я эти поставлю? Ну вот сюда есть только. Я думаю, что он не пройдет. Не должен, тут у меня... Да, мы его порвем сейчас. Нахлобучим, так сказать. Да все, ты лежи, господи. Ну что, победа. Опа, это что у нас такое, ребята? Это какая-то... Это талисман, жизни уровень 1. Мощный тотем, усиливающий жизненную силу носящего. Соточку дает он нам, КП. Я считаю, что это неплохо, ребят. Ну что, будем еще бомбить. Бои на аренах — отличный способ получить больше карт. Вы сможете объединить карты с целью их усиления. Вы можете выиграть карты, которых еще не находили. С каждым боем на арене заполняется бонусная шкала. Когда она заполнится, вы получите бесплатную и очень редкую карту. Периодически вы получаете новые билеты арены, не забывайте их использовать. Шкала заполняется. Ребята, если мы ее заполним, как нам сказали, мы получим очень редкую карту. Я думаю, что стоит, наверное, заморочнуться. И здесь я, знаешь, что думаю? Мы сделаем с тобой на ускорение, потому что я больше уверен, что здесь у нас все получится. А, погоди. Ничего себе, тут уже смотри. Нифига. Тут две дорожки мы уже должны защищать. Вот оно что. Окей. Я вас понял. Погоди. Не две, друзья мои, а 4. Да здесь, оказывается, тоже они будут идти. Нифига, время дадут. Они слишком ли круто? Давай проверим, как это вообще будет выглядеть хотя бы. А что, никуда не бегут, я не могу понять.
Пока они бегут в ту сторону, да? Хотят пройти. То есть нам нужно защищать и здесь, и здесь. Блин, со всех сторон будут, короче, нападать. Центурион, беги! Беги! Не прошел, ребят, не прошел этот охламон. Так, вызываем следующую. Тут 4 волны будет. Блин, паршивое дело. Хотя, знаешь что, лучше мы так вот сделаем. Так, Центурион побежал, да? У меня там драться, короче. Давай-ка мы, наверное, отравление здесь с тобой изучим. А здесь старый ром. Пускай горят. Здесь, кстати, мы тоже старый ром изучим. Ага. Так, ну пока вроде бы нормуль. Немножко есть опасность, конечно, наверху он там, но я надеюсь, Центурион выстоит. Главный герой, иди сюда. Блин, нам эту башню надо прокачать. Да. Ну что, вызываем следующих или как? Да, придется вызывать. О, не явились, не запылились. Так, хорошо, что они отравлены. Они потихоньку теряют, ребята, здоровье, свою жизнь. Опа. Опа. Куда этот гаденыш собрался-то, а? Блин, моего героя завалили, прикинь. Так, он не пройдет. Я тебя не пропущу никуда. Все. Ребят, мы тут справились, но, блин, сложно было. Ну зачем этот капкан нужен мне? Ну, господи, ну. Ну что, улучшить капкан? Ну, фиг ли. Сделаешь улучшить, так улучшить. Я хотел, кстати, на ускорение же поиграть. И забыл. Но тут, если честно, как-то не до ускорения было. Так, а герой что у нас тут? А, подожди, а где жерелка? Стоп, вы меня тут обманываете. А, вот она. Ну вот, жерелочку мы-то с тобой поставили. Смотрим здесь, ребята, короче. Здесь два пути, которые мы должны защищать. В остальном все очень просто. Так, сюда поставим. Вот сюда электрического. Здесь тоже электрический подойдет. Так, лучник. И лучник. Все, ребят, как-то вот так вот. Давай смотреть. Крысы. Ну, крысы это фигня. Тырич. Немножко, конечно, Центуриона надо вот сюда поставить. И также нашего героя здесь, потому что здесь уже, как говорится, возле выхода с ними бесполезно уже драться будет. Вызываем сразу бой и, может быть, ускорим все-таки чуть-чуть. Чтобы побыстрее тут справиться с ними. Так, прокачиваем магов. Ох, тихо. Да, есть шанс, ребята, можно, конечно, и сфейлиться с такими успехами. Они, видишь, чуть было не пробежали там. Пока все под контролем. Давай, беги, разбирайся с ним. Все, разобрался, молодец, красавчик. Сюда поставим башню еще. О, пошли. Тяжелая пехота, ребята, рванула. Блин, а капканов у меня нету. Что делаем, ребята, что делаем? Центурион! Да беги ты, говорю. Че, сфейлились? Ты прикинь, мы не должны были с тобой ни одного чувачка пропустить, оказывается.
А мы пропустили, поэтому мы проиграли. Вот что значит, блин, на ускорение. Что там, посмотрите видео? Нет, спасибо большое, не хочу я видео. Мне просто нужно усиливаться, вот и все. Как награду-то забрать? Скажи-ка мне на милость, почему она не забирается, ребят? Не знаю. Так, что у нас тут? Ну, это новое мы видели с тобой, талисман этот. А где у нас тут улучшатор? Вот он. Улучши капканы. Одна минутка, да? Окей. Так, ну что, на арене повоевали. Теперь нам нужно с тобой идти вот сюда. Поехали. Там виднеется издалека огромная, типа, фигура. Так, ну что, я думаю, здесь, наверное, нам надо посмотреть видосик, чтобы взять с собой капкан. Он лишним здесь не будет. Если, тем более, здесь будет присутствовать босс. Так, ну что, ячейку получили, капканчик установили. Так, и смотрим. Дорожка. Так, которую мы должны защищать только одна. Вот это. Но меня смущает то, что тут слишком, как бы сказать, многое. Ну, петляющая, короче, тропа. То есть, видимо, здесь будет их очень много. Понимаешь, да? Очень много. В общем, будем смотреть. Так, улучшить. Урон минотавром 150%. Ну что, вызываем? Смотрим. Интересно, кто оставил здесь этот огромный топор? А при чем здесь вообще топор? Видишь, на пеньке посередине лежит топор. Мне кажется, сейчас появится минотавр, который этот топорик-то и заберет. Так, прокачиваем молнию. Угу. Так, вызываем следующих на бой. Тут, опять же, ребята, 5 волн. Давай-ка мы, наверное, здесь вот так сделаем с тобой. Слушай, а тут нехилые армии идут. Посмотри. Вообще не кислые, а? Так, отравлялку можем? Можем. Тут неспроста дается только, ребята, много построек сделать. Так, мы прокачиваем с тобой сейчас молнию еще. Так, здесь. Так, задание выполнено. Пехота не пройдет. Я очень рад, что пехота не пройдет. Прокачиваем урон минотавром. Так, вызываем следующую волну. Ах ты шит! Извержение вулкана. Ну ты понял, почему, ребята, да? Шит, потому что здесь вон этот мелкий маг вышел. Его, естественно, нужно уничтожить, пока не поздно. Ох ты, а там наверху, смотри. Усиленные идут. Просто тяжи. Давай их сжиги, пали. Я не знаю, что хочешь с ними там делать. Так, здесь, наверное, вот все-таки... Тут нам лучше встать. Капкан. Чё-то тут их, блин, дофига, ребята. Я даже немножко уже как бы пужаюсь. Наверное, нам надо электрических побольше ставить. Потому что здесь, видишь, очень много бронявых идет. Да-да-да-да-да, этого первого охламона уничтожили. Так, здесь прокачиваем извержение вулкана. Так, следующая волна. А башни, я так понимаю, будут улучшаться у нас, если мы будем находить дубли. Так, смотри, кто появился, ребят. Довольно сильный персонаж. Это мясник, да, этот, минотавров? Так, мы должны с ним справиться. Что это такое дает? Не почитал. Но что-то додает. Так, мой центуриончик-то, ребят, уже хорошо покоцан.
Я сюда поставлю капкан, сюда поставлю вулкан. Так, здесь по фулке прокачан. Здесь по фулке, тут прокачан. Оу, центуриона накрыли, прикинь. Так, сейчас он до моего бойца доберутся, а? Посмотри. Ёк-макарёк. Да сгорит уже, все сгорел. Так, давай сюда поставим. А я говорил, что здесь не будет так легко. Еще босс, ребята, на последней волне 100% появится босяцкий. Вот, попомни мои слова. Хорошо, что центуриончик у нас выжил. Красавчик. Как вот он пойдет, босяцкий? Вот как он побежит? Опа. Итак, вы аж сюда дошли. Впечатляет, весьма впечатляет. Но здесь путешествие вашей маленькой компании и завершится. Сейчас вы будете сметены. Так, Ханатавр налетчик. Налетчики специализируются в скорости и легко обгоняют большинство героев. Не, подожди, мне вот этот нужен. Ханатавр, жестокий хан из племен степных минотавров. Большинство степных минотавров предпочитает в бою скорость, но Ханатавр силу. Он возвышается над остальными и с удовольствием расслабленно крушит врагов. 5000 хп! Ёк-макарёк. Мы его хотя бы можем в капкан, блядь? Эй-эй-эй-эй-эй, правильно-правильно-правильно, давайте вот этого атакуем. Слушай, а чё они так быстро... Эй! А чё так быстро не бегут? Не, серьезно, они очень быстро тут бегут. Смотри, мы его атакуем, он только отравленный. Ты посмотри, у него две... Сколько здоровья? Ё-моё, да ну нафиг. Так, я себе капкан брошу. Да, для него капкан-то смех на палке. Вот что я тебе хочу сказать. Он этот капкан вообще никак не воспринимает. Мы вообще здесь сможем хотя бы победить? Я вот что-то сомневаюсь почему-то. Че это капкан у нас сломался? Блин, надо было лучше все раньше ставить. Он просто идет и ломает мои капканы. Вообще на изи. Блин, какой-то горелый, а. Мы у него даже половину здоровья, блин, не отняли, да прикинь? Чем они больше, тем больнее падать. Это кто? Это фея кричит? Хотя, смотри, уже пошло намного лучше, ребята. Так, он там Маша, да, дает приказ, типа, атаковать. Я боюсь туда центуриона своего отправлять, но, видимо, придется. Ой. О-о-о-о-о, он так быстро зафигачит, друзья. Слушай, ну мы его должны здесь поджарить. Он идет очень медленно, поэтому... Не знаю. Отойдем отсюда. Да сгори ты уже в конце-то концов, а? Центурион, убегай. Есть. Да, друзья мои, мы его победили. И это круто. Ох ты. Это что? Ну ладно, это броня. Вот это что такое? Призыв дракона первого уровня. Огнедышащий дракон сожжет врагов на большой территории. Вот так вот, ребятушки. И кожаная кираса уровень 1. Крепкая кожаная броня с заклепками защищает от физической атаки. У меня одна есть, и еще мы с тобой одну получили. Значит, мы сможем их скрестить и получить. Так, что тут? Броня новичка. Не надо. Так, переходим сюда. Берем с тобой... Постой, а где моя броня? Неужели не то? А, так у нас вообще брони нету.
Вот, только первая появляется. Так, а вот и карта. А как нам ее взять? Это, видимо... Так, задание. Ребят, почему-то я не могу... А, вот как надо, ё-моё. Получаем. Что? Смотрим. Опачки. Где у меня улучшатор? Броня и броня. Улучшаем. За кристаллики. Thank you. Герой. Получи свою броню. Так, она, надеюсь, там... Ну вот, смотри. Посмотрите эти. 120 к здоровью и 6% к защите. Вот так вот. Шикарно, друзья мои. И у нас открываются новые задания. Новые задания, друзья мои. Ну, я предлагаю на сегодня, друзья, закончить. Обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Ты смотри, у нас даже вот сюда идет ход. СК. Что такое СК? Не знаю, что такое СК. Тут у нас какая-то замочная скважина с короной. И вот тут вот башня рядом с ней, как ты видишь, нос быка с этим, как называется, с кольцом. В общем, будем смотреть уже в следующей серии, чего нам здесь ожидать. А на этом, друзья мои, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.